Добрый вечер, дорогие друзья, дорогой Александр Александрович. Поскольку вас сразу представили как декана, я привык вас нагружать, я вам сразу вручаю букет. На самом деле сегодня у нас замечательный праздник, праздник радостный. И он, в общем, такой неоднозначный, потому что то, что написано «юбилей», подразумевает некоторое расширительное понятие, потому что три юбилея сейчас сразу. Во-первых, это дата рождения. Во-вторых, ровно 40 лет назад Александр Александрович стал студентом Московской консерватории, закончив перед этим наше училище при консерватории. А в-третьих, ровно 30 лет назад он стал преподавать на кафедре сочинения. Поэтому тройная дата. И за все эти годы мы очень сроднились с Александром Александровичем, потому что в нем совершенно удивительным образом сочетается, ну, почти несочетаемое, если иметь в виду дар композитора, который своего рода крест, который несет композитор, лишая себя очень многого, в противном случае, если он не лишится многого, то он не композитор. Но вот именно у Александра Александровича, у него каким-то непостижимым образом одно не в ущерб другому живет совместно. Он человек творческий, это самое главное. Сегодняшний концерт будет тому подтверждением. Это человек, постоянно ищущий, постоянно интересующийся чем-то еще не освоенным. И это истинное творчество. И, конечно, его проявления в разных сферах, они были отмечены и оценены по достоинству. Не случайно он не только член Союза композиторов, он и член Союза кинематографии. Но вот именно в консерватории, конечно, определилось, может быть, то его достоинство, которое наиболее ценимо именно в этих стенах. Он очень добрый человек. И поэтому со студентами, с воспитанниками, конечно, никому, как ему, не удается решать все их проблемы, все их наболевшие какие-то неурядицы. И он очень ответственный человек, очень сопереживающий. И поэтому, как декан, казалось бы, такая чисто административная должность, как декан, он опять же реализовал то, что в нем заложено природой. Но помимо всего этого, есть еще совершенно одна удивительная вещь. Вот композитор – это сфера сенсус, сфера, так сказать, интуиции, сфера какого-то непостижимого прозрения, а сфера рацио, казалось бы, это то, что уже остается за пределами этой деятельности и уже относится к музыковедению. Так вот, Кобляков – это как раз тот случай, когда совершенно удивительным образом эти две сферы переплетаются. И он очень интересуется сам собой, как композитором. Он хочет понять, а что же в конце концов является собой композиторское творчество, причем не просто любопытствуя, а самым серьезным образом проникая в эти тайны. И поэтому еще одна стезя, по которой Александр Александрович давно идет, это стезя исследователя, при том в тех направлениях, которых музыковедение наше, которое он очень хорошо знает и интересуется им, в которых музыковедение пересекается совершенно другими дисциплинами и направлениями науки. И в этом отношении он нас очень часто удивляет теми инициативами, которые, казалось бы, даже опережают естественное развитие событий в нашей музыковедческой среде. Но достаточно сказать, что Александр Александрович Кобляков выступал с научными докладами и в Соединенных Штатах Америки, и в целом в ряде стран Европы, и в Китае, и в Израиле. То есть это самые серьезные международные симпозиумы, конференции, где его голос звучит рядом с очень серьезными и масштабными исследователями, развивающими те направления, которые у нас не то что неизвестны, но во всяком случае не включены в орбиту вот такого системного образования. И целый ряд инициатив Александра Александровича, которые мы с ним обсуждаем, они уже сейчас вот находятся на стадии реализации. Мне очень приятно, что действительно вот в этом отношении два факультета, композиторский и музыковедческий, оказались не разделены каким-то барьером, а наоборот, очень естественно, тяготеющими друг к другу. Ну и вот все это вместе взятое, это на самом деле удивительный синтез. Я другого такого человека просто не знаю, у которого в одной в голове умещалось бы столько всякого разного рода достоинств. Но сегодня мы собрались для того, чтобы не только слушать речи, а прежде всего именно поздравить его и порадоваться тем творческим достижениям, композиторским, которые сегодня будут нам представлены его учениками. Но именно этот момент я хотел бы подчеркнуть. Это подношение учителю учеников. А это очень-очень ценно. С праздником, дорогой мой!
Дорогие друзья, ровно 33 года назад Александр Александрович стал членом Союза композиторов. Я почти цитирую. И если Александр Сергеевич охарактеризовал Александра Александровича Коблякова как многостороннего, многострадального педагога Московской консерватории, воспитанника Московской консерватории, училища Московской консерватории. И многие мы, присутствующие здесь, являемся воспитанниками, для нас это альма-матер, другая сторона деятельности Александра Александровича, она ярчайшим образом проявляется в стенах Союза композиторов. Слава Богу, мы рядом, здесь недалеко, так сказать, перебежать. И на самом деле совмещение вот деятельности педагогической, воспитательной, как вот правильно об этом сказал Александр Сергеевич, в консерватории мы просто по молодым композиторам знаем, что Александр Александрович, он просто, ну, как мамка с ними возится, со всеми, и как бы вот каждого, о каждом знает все стороны каждого молодого композитора, и слабые, и сильные, вот, и каждый раз, приводя в Союз композиторов, препровождая, вот каждый раз он советует каждому, вот как лучше себя показать, товар лицом должен быть. Это потрясающее, во-первых, музыкантское чутье, но это еще и не только, так сказать, голова, которая вмещает так много, как правильно было сказано, но это еще и большая душа, большое сердце. Вот Александра Александровича, нашего товарища, мы его очень любим. Член правления Союза московских композиторов Александр Александрович. И всегда по любому поводу, когда приходится обращаться к Александру Александровичу, общаться с ним, это каждый раз получаешь исчерпывающий ответ, исчерпывающее точное мнение, которое потом никак не может быть подвергнуто сомнению в дальнейшем. Это потрясающее качество. Это потрясающее качество товарища. А Союз композиторов – это именно такая соборность товарищей, совершенно разных людей, разных по творчеству, разных по менталитету, но все-таки это некое товарищество. И вот если все наши товарищества в нашей стране, в нашем отечестве будут состоять из таких, как Александр Александрович, вот, то, наверное, мы достигнем вот той мечты, так сказать, о которой мы много десятилетий, наша страна и весь наш народ, так сказать, к этому идет. Вот. Но я думаю, что при условии, именно при том условии, когда нас будут окружать вот такие товарищи, как Александр Александрович. К чему я это все веду? Я хочу Александру Александровичу вручить награду не правительственную, не государственную. Это награда, которая родилась в недрах Союза композиторов Москвы. Награда, связанная с 30-м фестивалем «Московская осень», это было несколько, 3 года назад. И эта награда называется «Золотая медаль Союза московских композиторов» за содружество и за вклад в развитие и пропаганду современной музыки. То есть абсолютно все совпадает с деятельностью и с выдающимися качествами, о которых только что мы сумели, так сказать, как-то сказать в нескольких словах, вот этими качествами, которыми обладает Александр Александрович, наш юбиляр.
Вот эта медаль вручается не всем, а вручается юбилярам, юбилярам, чьи качества соответствуют вот тому, что на этой медали написано. Спасибо.